Да, Угу. сегодня у нас какой день? 20... Не знаю, 22-е. 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 На даче отдыхаем. Ох, отдыхаем. Хорошо отдыхаем, борщика наварили. Огурчики соленые. Огурчики соленые из дома принесли. Да, на Одна у кухню. меня подружка, вторая подружка. Сидим, отдыхаем. Да. Все хорошо. Все Потому что хорошо. на улице Прекрасное. 28 и комары. Да, на улице 28 и комары. Да, солнце такое. А в домике прохладно. Ну, в домике хорошо у нас, ага, прохладно. Ветерок, потому что. Да. Это Угу. вот квас я Да. сделала Как хороший такой. шампань. Да, как шампань. Это у нас вот борщ наварен. Дура она какая. Хоть еще. Так, Лена, Ну, давайте. никто же мозги У не меня греет. идет Угу. трансляция, девочки. Потом поговорим. Ну, как всегда. Если я снимаю, она что-нибудь обязательно. Не дай бог. Ну вот, борщ уже остыл, а вы только начали кушать. Ну ничего. У меня подруга любила остывший борщ. Всегда. Я съем, а она Да и все. на улице жарко. Ну, а она все это. Вот собираюсь в Бурею съездить, не знаю, съезжу. Никак не могу собраться. Ну никак, ну никак. Так, лень на поезде, это все вот это вот, собираться, ехать, ой, боже мой. Картошку выкопали, да? Вкусно. Вкусно. Все ночи все вкусно. В коллективе, да на даче, Все да 5 грамм, да чтобы не было, елки-палки, все не вкусно. говори. Даже поранили руку, когда, ну что ж такое, так открывать бутылку, что рука. Чекушку открыли. Да. Она бедненькая, там где-то металл, что ли, или что в ней, не знаю прям. Какой-то можно еще? Да, что можно еще? Борщица? Так мы с удовольствием, мы ж, господи. Добавки. Добавки. Мне приятно, У меня как муж повару мне пришел приятно, тоже. что... Четверть, Жень, ты его привез, вырежу буду у бабушки. Он съел Так. тарелочку. Бабушка еще столько же мне подарила. Лена Очень захотела, вкусно. захотела подлить. Голодный. С А я специально удовольствием большую выпила. кастрюлю Наверное. взяла. И компоту наливаю. Так, давай, Елена, Бабушка, и это бабушка. красавица, Да. борщ кушай. Бабушка, и это бабушка. Да. Да, внуки, это хорошее дело. Есть кого накормить, есть кого погладить. Это точно. А то я сейчас пеку, стряпаю, по соседям куски разношу, позорюсь. Ника приходит, садись обедать. Я кушала. Что-то кушала. Блины. Это блины напек. Не знаю, что я блины пью. Мать. Не Ну, знаю. бабушка, чё А ж. потом с Ольгой в автобусе едем и едет та это. Разговариваю. Я говорю, Лена, я ей рассказываю. Она смеется. Я говорю, ну, с бабой Леной с голоду не помрешь. Не, она Только бабушка. моложавая Передала, бабушка. видать, нажарила, передала. Нет, Не, она к ней ходит. она приходит сюда. Хорошо. Но она бабушка, я ее видела. Я думала, там бабушка-бабушка, а Ну, там-то молодая женщина. молодая, молодая. Ей, наверное, 50, да? Не Да, больше. она мне старше, младше на 10 лет. Мне 60. Даже, может быть, на 11. Мне Ну, 66, ей, а наверное, ей... 52, 53, вот так вот, наверное. Нет, ей 55. 55. Ну, уже бы можно было на пенсию, но видишь, как сделали. Она говорит, если по-старому, то я же должна быть на пенсии, если потом Да, еще будет. девочки, легкоступова-то как. Жалко так, елки-палки, женщину. Ну, как-то вот сомнение какое-то ведь, да? Я все-таки вот склонна, ну, мы, наверное, женщины все так, не знаю, за всех не хочу, я все-таки подозреваю его. Не обязательно, что он там, может, избил или что, он просто пассивно ждал. Может быть, да. И вдобавок он ей сыпал что-то в соки. Раз она водку не пила, значит, он в сок ей что-то подсыпывал. Если дочка везла ее в скорой, и она пела. Ну, не может же петь человек, ну, Ну это под да. психотропным уже влиянием. И через 2 суток умереть. Она
гипертоник. Да. Она знала, что ей водку нельзя. Да. А когда она вышла замуж, он ее агитировал. Они вместе пили водку. Ну, это догадываемся, они что вместе. Вместе пили водку. Вместе они пили, может быть, они чего. Поэтому он не пускал никого. Да, если да. бы она сок пила, он бы запускал. Нет, ну, когда-то там она, может быть... Ну, вот когда вышла Наталья... И, Наталья... Ей кайф подошел на... с водки, ей понравилось... Она пила, ну, возможно, возможно, он водку, а она сок, а он в сок что-то давал. Понимаешь? Вот так может быть. Ну, и у нее инсульт или инфаркт. И, ну, как вот, если она лежала в ванной, и столько часов не вызывать. И... Ну, не знаю. Нет, ну, я вот думал... смотрела, когда Наташа там одна, вот самая артистка, она сама расследование проводила. И когда ходила к друзьям, к его яхтсменам, и там ей очень плохо о нем сказали. Конечно. Он подставлял там, конечно, ну вы слышали, да? Да. Вот. Он и дрянь, поэтому, он да, дрянь. Да, поэтому он и с таким расчетом. А мы, я что хочу сказать? А мы, девочки, в нашем возрасте, представляете? Хочется нам. А мне кажется, такого. Любая, нечего ее осуждать. А никто любая не бы клюнула, любая никто клюнула. Никто не осуждает. Деньги есть, все есть. Не будет звонить, чтобы она от меня отстала, я это говорю. И кладу трубку. Она через минуту звонит. Таня, я не поэтому звоню, я хочу очень кушать. Ай, Таня, приди накорми, соседка, да, соседка. Да. Я говорю, знаешь что, открой холодильник, она до этого всякие паштеты, там, сайры, там всего. Она, видимо, в банках. Готовилась. И провизию, провизию. Да, да, у нее все есть, яйца, там это. Я говорю, возьми хлеба. У ней резанный хлеб, поджарь яйца и покушай. До свидания, больше мне не звони. Вот соседка у тебя, ёшкин. А сколько ей лет-то? Ну, 68. Моя ровесница. Ёшкин кот опустилась. Сына жалко, что вот он на фельдшерской должности, вот так вызывают к мамаше. Да, да, да. Сын хороший, порядочный. Жалко. Вот. А теперь она боится ему звонить, чтобы... Ну, конечно, конечно. Ну, уже обоссало все. Ой, ужас, не дай бог.